Этот проект мы задумали в Якутском художественном училище вместе с Институтом физтехпроблем. Мы хотим здесь сделать типа фестиваля, да, научно-творческой экспедиции задумали. Еще с прошлого года, и вот 5 дней назад мы начали это строить, восстановить одну из печей, древних печей азиатской территории. Мы изучили это сибирские печи, китайские, японские, корейские, и вот решили на основе древних чертежей, вот рисунков, да, восстановить нашу керамическую печь. На территории Якутии находят много керамических изделий, и вот это нас затронуло. Мы же готовим специалистов-керамистов, да, уже новую специальность, художник-мастер-керамист, да, вот девочки лепят фигуры вот такие, и вот мы их хотим здесь обжечь, да. И вот температурный режим в этой печи должна быть 1200 градусов, не меньше, да. И тогда глина обожжется, и вот мы специально трехкамерную печь и большие фигуры хотим сделать, да. Садово-парковые, архитектурные формы. В Якутии, Якутске таких нету, да, поэтому большую печь с учетом, что с будущего года хотим, чтобы это все украсить Якутск, это керамическими изделиями разных фигур, на темы сказок, былин, ломко и так далее, да. Красиво хотим сделать для города, да.